13 декабря 2021 года старейшая политическая партия России отметила 32-ю годовщину своего создания и плодотворной политической работы. Секрет долголетия ЛДПР в честности с избирателями и стремлениями помочь каждому гражданину страны. Вчера был День Конституции, и он необычный. Почему? Потому что до сих пор замалчивают, что она была принята только голосами ЛДПР. В ней есть недостатки, и мы внесли поправки. Лет через 20, может быть, будет новая конституция. Но мы обеспечили 28 лет назад правовой фундамент существования страны. И самое главное, что если бы конституция не была принята, то состоявшиеся выборы считались бы недействительными. Ибо выборы в Госдуму были заложены в этой конституции. Если ее нет, то вы можете 100 раз проводить выборы. Поэтому власть существует вся благодаря этой конституции. По-русски основной закон. Взяли иностранное слово и не всегда понимают. Закон, но главный, основной. Поэтому без наших голосов, а это 23%, она бы не была принята. Вот уже 32 года ЛДПР находится в центре большой политики. Другие партии отстают от ЛДПР в видении будущего. Инициативы бессменного председателя партии Владимира Жириновского, а также депутатов, сенаторов, активистов и сторонников ЛДПР зачастую значительно опережают общественную мысль, планы правительства и деятельность чиновников. ЛДПР не гадает, а знает, потому что опирается на интересы простых людей. Одно мы можем сказать. Мы смело смотрим в глаза любому избирателю. Мы никого не обманули. Мы никого не лишили каких-то льгот, денег. Мы не голосовали ни за один репрессивный закон. Мы хотим всем больше свобод. Но мы не хотим, чтобы была свобода разрушать нашу страну. Вот этой свободы не должно быть. Если бы у нас была власть вместо «Единой России», никакой пандемии не было бы в нашей стране. Бедных уже бы не было. Украина уже бы не дымила. И везде был бы русский язык. И все бы гордились, что живут в России. Потому что было бы смелое решение, сильное решение. Они боятся. Придет время, мы их заменим, и Россия действительно пойдет вперед семимильными шагами. В России не должно быть ни одного безработного, бездомного, голодного. Наша страна, ее природа и демократия для всех, для русских и других народов страны. Так ЛДПР формулирует свою идеологию. Екатерина Зверева, новости на Восьмом.